Дорогие коллеги, доклад объявлен, значит, термин капуматы и его семантические связи в славянских языках. Балтийская и славянская мифологические терминологии, на удивление, имеют удивительно малый, практически не имеют общих мифонимов, и только единицы общих теонимов, как перун, перкун и волос. Однако, как индоевропейские народы, они сохранили и унаследовали ряд общих концептов, образов, роднящих балтийские и славянские народы как между собой, так и с другими индоевропейцами. Один из таких концептов принадлежит к сфере смерти, похорон и осмысления этой связи человека с иным миром и человека как единство души и тела. Это латышский мифоним капумате, мать могил, кладбища. Мифологический персонаж, имя которого с опорным словом «мать» специфицировано латышским «капс», то же самое, что литовское «капас». Мифоним не имеет соответствий в славянских языках и традициях, в которых вообще достаточно редкие наименования с компонентом «мать». Если в латышской, например, имеется... Пардон, что-то она... Где она в обратную сторону нам нужна? Вот, все перескочило, простите. Вот. Если в латышской традиции имеется более сотни наименований мифологических персонажей с компонентом «мать», то у славян это, как правило, единичные наименования. Так, и, как правило, имеющие другие синонимические образования с компонентами «баба» или «жонка». Это северно-русская вологодская «ржаная матушка» имя полудницы, польские «житня мать», «житна матка» и другие, в том числе кашубские. Это среднесловацкий мифоним «водня матка», «водениха», ну, наряду, как вы видите на слайде, наряду с другими, как «водная жена», «водная баба», «водная панна». И кроме этих северославянских, еще южнославянские, в основном болгарские, это матушки, злые существа, самовилы, самодивы, юды, которых нельзя называть по имени, майчица, милота майка и так далее. И Ута Дукова, приводящая эти примеры, считает, что слово «мать-матушка» используется в славянских языках как название болезни, как эвфемизм, и приводит такие болгарские, как «милота майка», «майчица тани», «матушка», то же самое в русских диалектах «матуха» по отношению к лихорадке. Ну и в неславянских языках то же самое, вот в румынском и в заговоре, и вот в литовском заговоре в самом низу «мучуте-мучуте» «грэжуоле мергяле» по отношению к опухоли. Реминисценции богинь-матерей в том числе сохранились в русских сказках. Герой или героини посещают там матерей, последовательно матерей, мать солнца, мать ветра, мать месяца и так далее. Шире, чем у славян, распространены мифонимы с компонентом «мать» у германцев. Это и Бергмутер, и Хакельмутер, и другие, представленные на слайде. Но особенно они характерны для финно-угорской традиции, мордовской, марийской, саамской, удмуртской, эстонской, венгерской, где представлено тоже большое количество духов леса, воды, огня, ветра. И все они названы матерями. Надо заметить, что латышская традиция показывает и другие параллели, и вообще балтийские традиции показывают другие параллели с финно-угорской, и не только в названиях богов. Но вот приведу некоторые данные из статьи Айхенвальд Петрухина Хелимского 1982 года. Например, карело-финский «укко», сопоставляемый с «укко-пермосом» или «укко-пермосом», прусским первым богом. Или финно-угорский «юмала», как общее название персонифицированных сил природы, соотносимых с латышским «юмисом», богом плодородия. Ну и образ громовержца «перкеле» у финно-угров заимствован у балтов и так далее.
Можно еще указать на сопоставление финно-угорской и балтийской традиции в обычае вырубания карсико. Карсико – это, как правило, хвойное дерево, в котором определенным образом вырубаются ветви или вершина. Вот Алексей Конко приводит в том числе латышские материалы как параллельные к финно-угорским материалам своим. Ну и наименования мифологических персонажей матерями представлены и в кельтских, и в албанском, и, видимо, является такой индоевропейской универсалией. В латышской традиции духов матерей среди духов матерей встречаются и персонажи, которые, ну, в общем-то, и не мифологические совсем, и достаточно поздно появившиеся, аналогические по аналогии. Ну, например, такие наименования определения, как «мать цветов», «мать волны», «мать молока», там, «мать ограды для скота», «мать надежды». Ну, прям тут же вспоминается обращение к Сталину как «отец нашей радости». В связи с этим встает вопрос, не является ли и «мать могил» таким поздним аналогическим образованием, тем более, что этнографических сведений о ней недостаточно в этом персонаже. Однако важность этой реалии, или, можно сказать, локуса могильных насыпей, подтверждается и наличием в балтийской мифологии других мифологических персонажей того же круга. Это, например, латышская Рушумате, мать могильных холмов, и Смилшумате, пусть даже последний считается новым персонажем. Функции матери могил и матери песка ясны. Они вместе с матерью земли заботились о могилах и телесной сохранности похороненного человека, в отличие от Велюмате, которая принимала душу умершего и провожала ее в край души. Это я цитирую энциклопедию балтийской мифологии. При этом Рушу, по мнению Енины Курситы, одна из гипотез – это связь с индоевропейским корнем «реу», расширенного в латышском формантом «с», и обозначающего «собирать», «сгребать», «копать», что для нас очень важно в связи с дальнейшим материалом, который я продемонстрирую. Есть богиня, связанная с могилами и с умершим, с кладбищем и у литовцев. Это Магила или Могила. Она уже имеет мифологический статус, помощница богини смерти Гельтыня, хотя ее имя представляет собой адаптацию польского Могила, по мнению энциклопедии балтийской мифологии. Но сам персонаж представляется нам аутентичным, учитывая трех духов могил в латышской традиции и отсутствие подобных демонов в славянской традиции, где могилы охраняют, собственно, сами души умерших. Единственный сопоставимый с балтийским славянский дух представлен в кашубской традиции, которая близка к балтийским и генетически, и пространственно. Это могильник. Могильник, да, мифологический персонаж, пребывающий в куче камней. Из могила куча камней, цитирую Ольгу Санникову, диссертацию Ольги Санниковой. Помимо типологии мифологической, для славянских и балтийских слов отмечается и типология лингвистическая, а именно сходная семантическая производность. Название могилы в единственном числе дает название кладбища во множественном числе. Это и литовская «капас капей», латышская «капс капи» и восточнославянские могилы, которые названы в древнерусском могилице, украинском могилце, белорусской могилице, ну и полесская «могилки», неоднократно встреченная в Полесье. За неимением подробной информации о матери могил воспользуемся этнолингвистическими методами реконструкции мифологических верований через анализ термина имени мифологического персонажа, который нередко содержит информацию и о самом персонаже, и о мышлении номинатора, и его мировоззрении. Мотивирующая для капу маты, как я уже говорила, это латышская капс и другие, приведенные на слайде слова. Константина Скароли связывает капс, литовская капа, с прусской капернен,
русская капа с индоевропейским глаголом скеп или кеп, острым орудием резать, расщеплять, копать, из которого также корень коп, в балтийском давший кап. И развитие значения, приводимое королисом резать, рыть, копать, выкапывать груды песка, и отсюда субстантив капа или копа, куча, холм, откуда вторично в новое время произошло могильный холм, а в древности, в ранний железный век, цитирую Королиса, балты хоронили умерших на ровном месте, засыпая песчаным холмом. Вторая точка зрения – это Вочек Смучинский. Этимологически связывает эти слова с глаголами «капоты», «сечь рубить» и «капты рубить», и выводит первичное этимологическое значение «погребальный костер», где продольно уложенные и порубленные дрова. Вторичное значение – продолговатая могила, насыпанная над закопанным гробом. Эрнст Френкель предполагает в капос семантику множества, нагромождение куча, приводит уже упомянутые латышские и литовские слова и считает их производными от слов со значением скрести, бить копытом, рыть, вот именно нарывать, нагромождать в процессе рытья. Литовские и латышские слова со значением рыть, бить копытом, и лишь во вторую очередь он связывает их с литовским капос и глаголом «капоты» – «бить», «рубить», «сечь», и латышским «капат» – «сечь», «рубить». На основании извлеченных из памятников староукраинского языка XIV-XVI веков Анатолий Павлович Непокупный поддерживает мнение Френкеля о ближайшем этимоне для «капос» и «капей» – глаголе «копты» – «сгребать», и только во вторую очередь с литовским «капоты» – рубить. В староукраинских документах форма копища, окопища и копище, это еврейское кладбище, выступает как синоним к термину погребище, кладовище, и автор ставит вопрос о связи копищ, вот этих копищ, с литовским капос, могила, капей, считая, что термин погребище, употребленный в ревизии Луцкого замка в середине XVI века, является как бы буквальным переводом литовского коп, в скобочках «ища». Средневековое украинское копище при очевидных связях с балтийским и обозначениями могилы и кладбища восходит к старославянскому «капище», продолжением которого в восточнославянских языках с основным значением языческое святилище являются и русское «капище», со значениями «идолище», «языческий храм», «жрище», «поганище», «бурханище», даже монгольские храмы, пагоды и так далее. Украинское капище, белорусское капище, а также и копище, как дает белорусский исторический словарь. А в диалектных словах, в словарях это слово практически не встречается, что можно говорить о его книжном заимствованном характере из старославянского языка, о чем еще свидетельствует и суффикс «ищ» вместо русского, древнерусского «ич». Этимологические словари восточнославянских языков дают слова с этим корнем, как старославянское заимствование из старочувашского, то есть старославянские «капище» – «капиште», из старославянского «капь» – образ привидения, перешедшее в статую изображение, которое, в свою очередь, из старочувашского, дунайско-болгарского «кеп», современно-чувашская «пек» и другие тюркские формы. А связь с индоевропейским «копать» признается устаревшей. С чем, очевидно, трудно согласиться с учетом литовских и латышских слов. Скорее, можно было бы говорить о балтославянском корне «кап» – «коп» – «бить», «сечь», «копать», «закапывать» с целым кустом значений, в том числе «курган-могила» и «убивать», которые после балканской миграции славян на южнославянской почве в составе термина «капище» приобрел дополнительную христианскую семантику, языческий, то есть далее перешедшее в значение «поганый», и вернулся в восточнославянские языки, где в ряде диалектов вновь подвергся балтийскому семантическому влиянию, о чем свидетельствуют белорусские слова с темами «кладбище», «могила», «сдохнуть о животных». Это белорусское капище, конское кладбище, капище – место захоронения скота,
Ну и к этой же семиосфере относится и староукраинское значение «еврейское кладбище», то есть чужое, нечистое, нехристианское, приведенное непокупным. То есть средневековое слово «капище» приобретает в славянских языках новую сему «нечистый» в разных аспектах. Как балтизм отмечаются также белорусские слова «капцы», «курганы», «верхнее Поднепровье», «капец», «купец», «насыпь», курган, надмогильная насыпь, также и муравейник, крутовина и другие кочки. Интересно, что аналогичное белорусскому значению имеет также чешский копец, это могила, курган, а также муравейник, крутовина и вообще кочки, что дает возможность говорить не о белорусском балтизме, а об общем балтославянском слове со сходной семантикой. По мнению ряда этимологов, это славянское слово было обратно заимствовано в литовский, например, литовское «капчус», насыпанный земляной холм, насыпь, дамба. Френкель со ссылкой на Скарджуса и Сумента считает заимствованием из белорусского или польского «копец». Многократные заимствования говорят о достаточно длительном существовании проницаемого диалектного континуума на северославянской территории, постоянно изменяющегося и обновляющегося, а генетическая и географическая близость, общность истории, вхождение носителей разных диалектов в государственные в одни и те же государственные образования на территории нынешних Литвы и Латвии, Украины, Белоруссии, России, не могли не отразиться на их языках. В основе балтийских и славянских слов один и тот же корень. Корень «кап», «коп» с значением «копать», «делать насыпь», связанный в том числе с захоронением умерших. В контексте могил курганов можно рассматривать и материал, проанализированный в словаре Владимира Николаевича Топорова «Прусский язык», в статье о реконструкции прусского корня «кап», в которой подтверждается археологическим материалом распространение захоронений курганного типа. Я позволила себе выписать эту цитату на слайде. Таким образом, можно говорить о том, что термин «капуматы» принадлежит комплексу древних балтославянских представлений, связанных с похоронами и смертью, с погребением в земле и насыпанием над могилой кургана. Атрибутивная часть «капу» из «капс» этимологически восходит к глаголам латышским «капат», литовским «капот» и славянским «копать», славянскому «копать», имеющим в литовском наряду с значением «бить», «рубить», «сечь», «долбить», также «убивать». Ну, сравните, в русском тоже есть такое сленговое «урыть», «урою», да, в значении «убить». Это слова, приведенные на слайды «капотис», «биться», «сражаться», и «браниться», «ругаться», тоже того же семантического поля литовского «капти». Ну, на другом слайде частично совпадающие с рассматриваемым нашим капуматы, глаголы, вот капоты, капаноты, капанотис, кипурнотис, видите на слайде. Ну и целое гнездо от глагола капти, который употребляется только с аффиксами, ну капти, прикапти, и девербатив капана, мор, от именный глагол капаноты, ищите капаноты, капанотис и так далее. Все имеет отношение к смерти, к медленной, постепенной, как бы капля за каплей, лишающей сил умиранию. Да? Все эти оттенки значений родственных слов, вытекающие из корня «кап», не противоречат современному значению «капс», «капас». То есть можно говорить о вхождении латышского термина в семантическое поле «смерть», «гибель», «похороны», а значит и о его мировоззренческой и ритуальной важности, обусловившей возникновение мифонима. Благодарю за внимание. Спасибо за тщательный анализ капмата. Это странно, что в латышской мифологии столько много матерей, а в литовской
гораздо меньше, но все-таки мы имеем. Мотана Жемина, Рубю Мотана, Матри Жи. Песня поется «Сауляля Мотинеля». Значит, это титул матери, и что он значит в мифологии, мы имеем, но в гораздо меньшей степени. И это что-то тоже говорит о нас и латышей. И хотела бы еще добавить, что вы могли бы сравнивать Капу-Мати еще с богиней Бельона. Бельона, которая была записана польским историком Йонасом Лосицкисом в 16 веке. Она, ну, такая мать душ, но она так не называется, только латыши называют Велю Мате, но в соответствии ее в литовской мифологии Велена. Спасибо за пояснение и вопрос. Меня в данном случае интересовал только сам термин. Вот где встречается ровно это слово или корень, да, мать? А в Велёне ее нет, этого корня нет. Если честно, я хотела немножко по-другому делать доклад. Просто материала оказалось так много, что уместилась только вот первая часть, такая самая мифологическая. Меня заинтересовало в первую очередь совпадение вот этого капу и чешского, ну, западнославянского скапати или капати – умирать. Вот в чешском, словацком я скапем, мухи капу. Я подумала, нет ли здесь какой-то глубокой мифологической мысли соответствия. Но в итоге оказалось, что мифологии нет, но зато очень интересные лингвистические оказались результаты, которые, возможно, уж в следующей статье по докладу удастся озвучить или графически изобразить. А получается, что русская скопытица – это не от копыт, а от… Скорее всего. Хотя есть выражение «откинуть копыта», это может и оттуда пойти. Вообще обозначений смерти, я не знаю, больше сотни, наверное, по славянским языкам. Там, я не знаю, переселиться в Могилев от слова могила, да, там, к пану Песоцкому, я не знаю, пасти стада святого Авраама и так далее, и так далее. Огромное количество. Так что, мотивационное для скопытица. Не понятно, дать дуба. Ну, что такое? Ну, дубовая колода, скорее всего. Замечание вот в этом тексте заговора, который вы привели, там мучуть — это не мать, а это относится к матке, потому что были такие представления, что именно в случаях, если какие-то болезни связаны с болью в животе, то матка просто смещается со своего места и начинает гулять по телу. И вот это обращение мучуть — это обращение просто к матке, оно в такую форму. Ой, огромное спасибо. Это конечно, я литовские заговоры еще не читаю. Это я цитирую Утыдукову. А эта книга, сейчас переведенная на русский язык, она была написана в каких-то 80-х годах, чуть ли не в 82-м. Поэтому могут быть какие-то неточности, уточнения.